Эта насадка ловит рыбу везде. Ее рецепт практически никто не знает. О нем когда-то еще при Советском Союзе писали в газете. Но с тех пор много времени утекло. А рецепт по сей день очень хорошо ловит рыбу абсолютно везде. Эта насадка готовится из обычной перловки. Но в перловку нужно добавить несколько компонентов, которые сделают ее той самой насадкой, с которой на любой реке либо озере всегда клюет рыба. Для этого в запаренную перловку, пока она еще горячая, добавляется яичный желток и одна карамельная конфета. Пока мы идем до рыбалки, все это растворяется, обволакивает и пропитывает перловку, и придя на водоем, мы уже получаем готовую насадку, которую обожает вся мирная рыба. Был рад поделиться полезной информацией, пользуйтесь ее благо и желаю всем всего доброго. Не забудьте подписаться на наш канал. До скорых встреч!